родственное растение, криптокарина афинис или родственное. Растение меристемное, выращенное в лаборатории, без улиток, без болячек, без водорослей. В герметичной баночке, в питательном геле оно находится. Баночку открывать только лишь перед высадкой в аквариум. Питательный гель в обязательном порядке смыть, иначе он даст водорослевую вспышку. Спереди на баночке рекомендации по посадке. Сзади условия содержания и краткое описание растения. Растение, данное растение в баночке одно. Для высадки на средний план. Можно и на задний, в принципе. Оно вырастает до 35 сантиметров. Растение красивое. Может быть как зеленое, так и чуть-чуть коричневое. Опять же, в зависимости от условий, созданных в аквариуме. Очень красивая криптокарина.